Graziati. Какая красивая сумка у девушки. Биркин. Плащевая. Я не вижу, по-моему, биркин темный. Девчонки, какой интересный лук у девушки. Весенний такой, вся в цветочках. Джованна не может больше приезжать в центр, потому что у нас красная зона. Она живет чуть-чуть подальше. Она живет чуть-чуть подальше. Всем пока. Девчонки, смотрите, какой трикотажный кардиган, такой красивый, джинсы белые, широкие, как сейчас модно. Вот сумку бы еще увидеть. Видите? Широкие брюки очень-очень в моде. Посмотрим, что происходит здесь. Голубое пальто, платочек, юбка короткая синяя, фиолетовая. Ой, девчонки, мои друзья находятся в гранд-отеле Вабана. Так, посмотрим дальше, что есть. На Пьяцца Эрбе. О, боже мой, сколько народу сегодня. Келли? Нет, не Келли.
Рыбки до сих пор продают свежие из Кьоджа, Сатамарина. Очередь за рыбами. Голубой цвет. Ой, такой я еще не видела. Сапоги черные с белыми брюками. Мне кажется, это не очень-то. Это считается самой вкусной, свежей мясной лавкой. Все мы покупаем у него мясо свежее. Вот так вот происходит рынок. Голубая сумочка красивая, черное пальто. Клетчатое пальто не очень. Клетчатое пальто Фэй. Попробуем пойти внутри лавок. Все приезжают на велосипедах. Красивые кроссовки у женщины, правда? Такие со всеми цветами можно носить. Вот такие вот мясные лавки. Падуя. О, мама мия, кролики! Боже мой, как некрасиво! Я в шоке! Когда их ешь, они вкусные. Здесь Венето очень хорошо готовит кроликов. Ой, женщина в таком очень красивом весеннего цвета пальто, с широкими брюками. Женщина пожилого возраста пришла покупать мясо. Элегантного возраста. Очень красивый цвет пальто. Тоже хочу какой-нибудь такой яркий цвет пальто хочу. Это вот другой рыбный. Бары закрыты. А вот здесь вот есть био-мясо. Видите, вот это вот био-мясо. Траттория. Ой, такие ужасные просто. Я не очень-то люблю мясо, просто вынуждена есть, чтобы не похудеть, чтобы были мускулы. Ну что ж, вернемся обратно на солнышко, посмотрим другую лавку. Две девочки уже проходили. Пойдем на другую лавку.
если я смогу здесь пройти. Так, здесь другие лавки. Это вот хлебный магазин. Что за хлеба такие? Чао. Мама мия. Одни алкоголики здесь. Дама в белом пальто, в черных туфлях. Очень красиво, элегантно смотрится. А, вот это вот рыбный магазин. Но, наверное, уже нету рыбы. Бонжорно. Бонжорно. Морепрукты. Маскардины 38 евро. О, боже мой. Сойла 36 килограмм стоит. А это бронзина 24 евро. Килограмм стоит. Бронзину это сибас, да? 25 евро креветки. С кампи не остались. Тонна. Вроде, не знаю, что это такое. Тонна росса 38 евро. Фача-блогер. Вонгали, вот эти спагетти конвонгали, это вообще вкуснятина такая. Грация, чао. А это вот наши все салюми. Я салюми не ем. И здесь вот все мясные лавки. Здесь все мясные лавки. Сыры, всякие сыры. Посмотрите, какие у нас всякие сыры. Я люблю азиаго. И посмотрите, оказывается, надо есть твердые сыры, чтобы не получался живот. Бонжорно. Вот такие вот твердые сыры. Пармиджана. Всякие колбаски. Прошутто. Салями. Всякие вот такие вот готовые уже, как их называют, гастрономия, да? Гастрономия. Это что у них, как наши голубцы, что ли, были? Чтоб сразу их уже в духовку положить. Всем здоровья и добра!